храме нерукотворного образа Христа Спасителя в Сочи патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен для олимпийских сборных России, Белоруссии, Молдавии и Украины. На церемонии присутствовали президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, почетный вице-президент Олимпийских игр Владимир Васин, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и многочисленные спортсмены сборных команд. Я хотел именно встретиться с вами для того, чтобы помолиться о ваших успехах, о вашем благополучии, о том, чтобы Господь в трудный момент соревнований дал вам силу духа. И когда будете выходить на старты, вспомните мои слова, сконцентрируйтесь, обретите эту внутреннюю силу духа, которая и будет залогом вашего успеха. Предстоятель выразил пожелание, чтобы пьедесталы почета наполнялись представителями наших братских народов. Я буду болеть за всех вас. Я бы хотел, чтобы пьедесталы почета наполнялись теми, кто сегодня в этом зале. Представителями наших братских народов. Я верю, что Господь поможет многим из вас достойно пройти это олимпийское поприще. В храме нерукотворного образа Христа Спасителя собралось множество атлетов четырех братских стран – России, Украины, Белоруссии и Молдавии. Помолиться вместе с патриархом перед международными соревнованиями – это традиция для наших спортсменов. По окончании молебна глава Русской Церкви подарил каждой делегации иконы. Святой образ для нашей команды он передал главе Олимпийского комитета России Александру Жукову. В завершении богослужения святейший владыка благословил сборные. На время проведения самой Олимпиады патриарх оставаться в Сочи не планирует, но по его признанию будет стараться по возможности наблюдать за играми 2014 по телевизору и болеть за российских спортсменов.